Евросоюз заморозил санкции против ряда граждан Белоруссии, среди которых и глава республики Александр Лукашенко. Сообщение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС. Послабления будут действовать 4 месяца до конца февраля. Это решение, как говорится в документе, было принято в ответ на освобождение в Белоруссии еще в августе политических заключенных, а также с улучшением отношений этой страны с Евросоюзом. Всего вместе с президентом из черного списка исключены 170 человек, в том числе 2 сына Лукашенко, а также политики. Но, кроме того, санкции отменены еще против 3 белорусских компаний.